Приветствую вас на моем канале. Сегодня будем готовить домашние булочки. Нам понадобится мука, дрожжи, молоко теплое, растительное масло и сливочное масло, сахар, и сейчас мы будем делать опару. Делаем опару. Для этого нужно сахар и дрожжи и теплое молоко. Добавляем чайную ложку сахара и чайную ложку дрожжей. Можно еще больше, чтобы лучше поднялось. Хорошенько перемешиваем. И закрываем сверху тарелку. Сейчас мы будем тесто делать для булочек. Добавляем молоко теплое, растительное масло. И сейчас нам нужно растопить сливочное масло. Вот мы растопили сливочное масло. Добавляем сахар по вкусу. И замешиваем тесто. Вот поднялись наши дрожжи. Вливаем это в наше тесто. И замешиваем не слишком мягко, не слишком твердое. Среднее тесто замешиваем. Такое вот тесто у нас получилось. Накрыть крышкой и убрать в теплое место на час. Вот такие вот у нас получились булочки шоколада. Сейчас мы поставим их в духовку на 180 градусов. Вот такие вот получились у нас булочки. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.